Курская область за последние 5 лет сделала огромный скачок. Детская смертность во время родов уменьшилась в 2 раза. Эти показатели лучше, чем в Центральном федеральном округе. О передовом опыте сегодня говорят на Всероссийском медицинском форуме, который проходит в Курске. Среди участников – ведущие врачи страны. Среди причин младенческой смертности по-прежнему врожденные аномалии и кислородное голодание. При этом курские врачи уверяют, ребенка, родившегося, например, с асфиксией, спасти можно. Самое драгоценное время, когда родился новорожденный тяжелый, это первые минуты, золотые минуты, золотой час. Вот в это время надо грамотно оказать ему помощь. Заинтубировать, ликвидировать какие-то проблемы с дыхательной недостаточностью, какие-то ввести препараты и так далее. То есть вот это надо знать. Аналогичная ситуация и с роженицами, которые находятся в критическом состоянии. Здесь тоже главную роль играют фактор времени и грамотно оказанная помощь.